Yeah. Ciao. Здорово. Привет. Че, как оно? Так. Много намотал уже сегодня? Нет. Чисто пока пытаюсь. Мир пустота. Родня умирает. И смертен ты сам. И ты об этом знаешь. Но смерти тебя дает слава. И я недостойный. Под звуками костра в рассказанных историях. Мир пустота. Родня умирает. И смертен ты сам. Ты об этом знаешь, что смерти не ведает слава деяний достойных. Под звуками костра в рассказанных историях я отправлял копье свое в неведомые дали. Слышал шум прибоя, как наплыв воспоминаний. Я не помню, как меня звали, под стягом чего знамени. Рубил направо, налево, вокруг все панику. Был убит на чужой войне, всеми забыт. Застрял между мирами, так что вполне может быть, что одной рукой построено, второй рукой разрушено. Как боги, что сперва дают, но отбирают души. На той бочку враги, большим щитом из боя. Придет война, битва, пивить воды, полный трубы после драки. Девять ночей девы, пусть ласкают боли, парень пойдет скоро. Гибнут мужи, роняют слезы их жены. Нормы плетут свои нити так яро, будто завороженный. Смотрю на тесное пламя от горящего дома, пока змей ползет по своду стального шелома, заползая под доспех, там где мертвое тело, обвивая суставы, как будто священное древо. На постели из листвы, что усыпано слоями, воин обретет покой даже такими путями. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам, и ты об этом знаешь. Но смерти не ведает слава деяний достойных. Под звуками костра в рассказанных историях. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Ты об этом знаешь, но смерти не ведает слава деяний достойных. Под звуками костра в рассказанных историях. Ну вот прямо, да-да-да. Че, как Андрей Вел едет? Полезно, сейчас я. Да все мне подашь просто и все. Я по одному их. Так. Эти усы. Да. Вот так. Ну как поедем, пойдем. Сейчас я ваши велы приму, свой откачу. Так.
эти, как Серега говорю, каякеры всю зиму, короче, катаются. А там что, перекат какой-то? Нет, просто теплотрасса. Типа вода не замерзает всю зиму. Типа просто, чтобы не в бассейне балдеть. А это... В теплотрассе. Да. Сейчас, погоди. Здесь налево. И направо еще раз.
Чё? Нет, с тобой быстрее проехал. А, заебись. Блин, надо было тебя снять. Да по ступенькам легко ехать, на фиксе не страшно на самом деле. Вообще легко. До определенного уклона, правда. Не, вот там есть прям пологи, вообще легко пролетаешь. А есть более, где побольше ступенек. Покруче, да. Я последний прыгнул даже, типа, так раз поднажал, он хорошо полетел. Блин, короче, прикольно без всяких стабилизаторов снимать. Но вот моменты, когда останавливаемся, надо вот так сгибаться, чтобы камера ровно стояла. Попробуй поднять. Сядь прям, сядь и надави. А я не могу, короче, сильно не могу держать равновесие. Ну потихоньку старайся опускаться на полусогнутых. А потом как опустишься и раз его прям поднимешь. Типа надавишь на педальку, он поднимется. А, типа барспин сделать? Ну он барспин не сделает на этом велике. Ну, кстати, ну-ка сделай сейчас, по-моему. Ну-ка, крутани. А, не сделает. Не сделается? Я пробовал, я сразу попробовал. Браво.